Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня пробуем играть в Roblox Tower Battles Christmas Event, где у нас 5000, нужно попробовать выжить, и здесь очень тяжко, я сколько играл, у меня нифига не получается. Ой, так, что ставим, Файзера, наверное? Куда его поставить? Вот сюда, и сразу его апаем. Тут даже фермы, по-моему, не надо ставить. Так. И 2000 на 2000 не хватает. Ага, 1300 осталось. Ладно, будем копить. И ставим джипаря. Джипарика поставим одного и апнем их, да? Пускай выносят. Все, вот так начну. Это мы здесь играем вчетвером. Где они, кстати? Где мои соседи? Вот они. Еще три чувачка со мной, ну тяжко здесь, блин, тяжко. Ой, что он им наговорить надеял? Зачем он сюда поставил пулеметчика? Все, нам хана, короче. Максимум я тут доходил, по-моему, ой, до какой? До пятой, что ли, до восьмой волны. Потом после пятой волны здесь начинается вообще просто жесткач. Начинается полный какой-то беспредел. Вон музыки идут уже, смотрите, только какая у нас волна-то идет. Четвертая волна, у нас уже по 65 идут здоровья. Так, Файзера, сколько мне на Файзера-то надо? Где мой? Файзер 2600. Блин, вот этот нормального поставил вот сюда, Рио Ганнера. Вот сюда зря вот это он все понавтыкал. А это кто такие-то, кстати? Какие-то базутчики-ракетчики, что ли? Ну, кстати, они тоже неплохо сносят. Может быть, он и правильно это поставил. Но вот это вот точно команду надо было вот сюда поставить. Куда-то подальше. Он тут в тупике, он не закрывает. А может даже вот сюда надо было вставить, чтобы он еще тут все закрывал. Так, 2600. Или вот 1800 может накопить, а? Ва, даже не знаю. Сейчас тут начнется жесть. По 65 он уже идут. Этот босс 800. Йети идет. Йети! Мочите этого Йети! Капец, этих-то еще шадоу, тень, шадоу. 65 их не можем завалить. Два файзера у нас тут стараются. Джипарь мой подъезжает. Все, завалили. Йети, сколько жизни осталось у этого Йети? 200, да? Давай уже помирай, 60, все, нормуй. Так, ставлю я... куда поставить-то? Тесно все. Вот сюда ставлю его и апаем за 650, чтобы этот угол закрепить. Угол маленечко не закрывает угол. Сейчас мы апнем, и он как раз угол вот этот закроет. Еще один ветер. И давай, апайся. 300 не хватает, мамочки, он проходит. Капец у него жизни. Что-то, конечно, текет, но не особо быстро. Мы сейчас можем его, кстати, пропустить. Вот и жгрет, тут пятая волна тяжелая. Ва, все, хана нам. 300. Давай, нет! Сколько осталось у него? Есть! Фу, в самом конце уже. Еле-еле добили. Так, у этих 180, да, в сумме получается? Не, этих тоже завалим. Капец, тут пятая волна уже тяжелая. Все, завалили, и джипари у нас едут, у них 60 жизней, нормуль. Уа, это было жесть. Так, что у нас там, шестая волна, я уже не помню, что пойдет. Я, по-моему, до нее не ходил, по-моему, да, вот я пятую волну не мог пройти. Ага, ну-ка, кто там? Опять шадоу, тени. Опять идут тени и снеговик, у снеговика 80, это нормально, не сильно много. Капец, они пробегают все. Не шустряки. Так, еще один Йети. Это кто такие? Презенс какие-то. Я не помню таких в обычном режиме. С крестами какие-то. Красные чуваки горящие. Ёлы-палы. Мамочки, сейчас будет больно нам. Сейчас будет больно. Так. 2600, а здесь сколько апнут? 1100. Нет, накоплено на 2600, чуть-чуть осталось. 2600, давай, на Файзера. Чтобы апнуть его до третьего уровня, да? Сейчас на второго.
там огонь не накопить. Мне кажется, мы не выживем эту седьмую волну. Седьмая волна, жесть. Ну-ка, давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. 50, 40, 30, 20, 10. Апаем. Есть, успел. Апнул. Но он сейчас пройдет. Они сейчас пройдут все. О, да там еще их и двое. Все, хана нам. Седьмая волна, это была жесть, конечно. Все, максимум я до седьмой волны дохожу. Все. Ва, тяжко. Блин, как тут проходить, я вообще не знаю. Так, знаете что, я, наверное, за место ферм поставлю сейчас... Я даже не знаю, что и ставить-то. Фермы здесь вообще не нужны. Потому что очень быстро. Волн немного здесь, поэтому не тонает. Я, наверное, уберу джипариети. И поставлю рейлганера. Хотя денег тут все равно тоже не актив, немного. Даже не знаю, даже не знаю. Денег мало получается, волн мало. Было бы, если много волн, можно было попробовать и фермами затащить. Ладно, убираем фермы и ставим рейлганера. Давайте вот так попробуем. Хотя все равно. Все равно, сколько их не ставь, денег-то ограниченное количество. Я могу либо Файзера апгрейдить, либо рейлганера, либо этого команда. Ладно, будем пробовать. Так, ну что у нас, попытка номер 2 пройти Винтед от нас тогда растоптали на 7-й волне. Ай, даже не знаю, какая тут стратегию-то выбрать. Может поставить побольше, попробовать этих юнитов, но не апать их. Так, раз. И два. Да, и как раз их хватит ровно сейчас еще раз апнуть 650 и 650. 5000 хватает, короче, чтобы поставить два командоса ровно. Все, вот они закрывают. У нас полностью вот этот и практически полностью вот этот. Вот эту петлю закрывают и вот эту петлю закрывают. Ладно, давайте попробуем так. Попробуем через двух командосов сыграть. Вот дальше что, их апать до 1100, либо еще одного ставить, либо Ганнера, либо Файзера, даже вообще не знаю. Надо пробовать, короче, по-всякому по-разному. Нужно пробовать по-всякому по-разному. Так, короче, первые 4 волны, они как бы так простенькие. Вот 5-я волна жесть, 6-я тоже попроще. И на 7-й волне я сливаюсь. По-моему, тут всего 10 волн. Блин, зачем ты понаставил этих ферм? Все, нам хана, они у него не окупятся. Всего здесь будет 5 волн, на 5-й волне будет сложно и... Они у него не окупятся. Он все деньги потратил на эти. А, все, хана нам. Нам ханашки. Кто тупит, а? Ты тупишь или ты тупишь? Ты тупишь или ты тупишь? Зачем нам тут фермы? Фермы нам тут не нужны. Они у тебя не окупятся.
Мы даже так сейчас с этими фермами даже пятую волну, наверное, не затащим. Ладно, будем смотреть. Так, за 1800 давайте я еще одного поставлю, наверное. Давай, 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 1800, 1800. Либо их апнуть, блин, даже не знаю. Надо на какую-нибудь Википедию залезть, почитать, сколько, насколько он становится мощным за со второго на третий уровень, интересно. Выгоднее ставить еще одного пулеметчика первого уровня этого, либо апнуть его. Насколько, интересно, он сильнее у него так и становится. Где-то там была Википедия, Вики по этой игре, надо будет потом глянуть. Так, все, у меня их второго уровня три командоса. Вот и все с фермами со своими. А он решил ставить не третьего, он решил их апгрейдить. У него их два, зато апгрейдженных. Вот зачем он сюда поставил этого огнеметчика? Надо было ставить вот сюда, он хотя бы вот тут бы закрывал все. Ну блин, какой-то нуб опять попался нам. Ладно, я сам как нуб. Сейчас мы тут все сольемся опять. Вот пятая волна жестокая идет. Потому что у нас идут йети. Ну что, этого хоть завалим, нет? Давай, 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 давай. И вот еще один йети идет. Йети или те? Наверное, йети. Или все-таки те. Йети и те все вместе взятые. Ну и что, добьем его? Нет, 300. Не, должны добить. В прошлый раз мы его вот тут где-то добили, уже в самом-самом конце. А эти что, Shadow? Не достает, что ли? Или он их не видит? А, мы их не видим, надо их срочно апать. Мои их не видят. Так, давайте тогда апнем вот этого. 1100, 1100. И вот на этого надо 1100 накопить. Блин, хорошо, он больше хоть фермы не ставит, а. Так, шестая волна еще более-менее тоже нормуль. Но вот седьмую волну я тогда не затащил. Так, где долбит? Где он поставил рейлганера? Вот наверху рейлганера, да, поставил? Ну его тоже надо лапать. Потому что он слабый в начале. Да в начале вообще все слабые. Так. Надо вот на этого 1100. Вот тут вторая сейчас тревога уже 2 стоит. Давайте вот этого за 1100 апаем. Вот уже почти есть. Все готово. Так, шестая. Вот, седьмая волна будет жесть тач. Пошла седьмая волна. Блин, вот это вообще ни о чем. Че он там поджигает, а? А, он их поджигает, и они тут горят, и у них маленькая жизнь отнимается. Ну мало он, мало вообще сносит. Мало, очень мало. Эй, вот он идет, еще идут. Мы седьмую волну туда не затащили. Ну-ка, седьмую затащим, нет? Не, наверное, тоже не затащим. Быстрее, 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 кого куда поставить? Не, не успеем. Или успеем, но, давай, 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 чуть-чуть осталось, 60, есть. Фу, седьмую волну затащили, что ли? Или нет, или они еще идут? Мамочки, недорюшки, дофигишки у вас идет тут, ребята. Давайте еще одного поставим. Куда? Вот сюда. И апнем его быстро. Не хватает. Все, здесь нам хана. Опять седьмую волну не затащили. Я вообще не знаю, как их тащить. Давай. Есть, апнули, но что толку? Сколько жизни осталось? 300. Добьем, нет, добьем. Давай. Есть. Седьмая волна. Это просто капец какой-то. На самом там писюлечку тут оставалось, он бы добежал. Так, все, тут нормально. Он один остался, а это кто такой идет? Тоже эти. Мамочки, 4600, голем идет. 4600 жизней, вы чё? С ума сошли, что ли? Обалдеть. Нам Pfizer нужен срочно. Он стоит 3200, мама. Не, должны вольнуть у него. Осталась половина, 2000.
Вот это голем. 4000 жизней. 4600. Это жесть. Это, конечно, жесть. За 1100 апаем. Все, теперь 2600 надо накопить на вторую шестислолочку. И осталось у него 1600. Все, нормально, войнули. И у нас восьмая волна. Есть, 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 есть. Я до восьмой волны ни разу не доходил. До восьмой волны ни разу не доходил. Фу, ну что будет восьмой? Опять йети побежали. А, нет, были мы у нас. Была восьмая же волна. У нас эти чуваки были уже. Фу ты. Нет, была восьмая. Так, 2100. Надо накопить 2600, да? На двойную. Две шестьсот, давай, мой хороший, чуть-чуть осталось, есть. Все, вот у нас две тоже штуки. Четвертого уровня, команда. Вот это команда Капанда. Команда Капанда. Ой, две волны осталось. Кто там идет? Мамочки, тут големов куча. Раз голем, два голем, три голем, четыре голема. У каждого по четыре, почти по пять тысяч. Тут 20 000 прет. Прет 20 000 на меня. Еще эти по тридцахи. Но эти по тридцахи-то небольшие. Но големы это жуть. Это просто жесть. Сколько у него осталось? Капец, это какого мы валим? Это мы самого первого валим голема. Все. Не, восьмую я не знаю, как затащить волну. Это просто Unreal. Это нереально. Это нереально тяжело. Тут надо скооперившись. Играть, чтобы все вместе были, как-то в чате. Ничего не профукать. Все очень четко делать. Ну что, поставим. Давайте еще одного за 1800. Ну что делать? Что делать? За 650 его апаем. Капец. Это мы двоих почти убили, да? И у нас остались еще двое. Еще и йети идет. Капец, еще два голема. Нет, у этого мало жизни. Может затащим? Нет. Может. Нет, две штуки осталось. А вот его 4000. Все. Один голем. Два голема осталось. Два голема. Так, быстро. Где там мой новый? Еще апнуть. До 1100 есть, апнули. 2600 должны. Восьмая волна, должны затащить, попробовать. Мамочки, я волнуюсь. 1000, нет, этого-то мы завалим, а вот этого не знаю. А этого 4000, он еще живой. Все, этого затащили, теперь этого. Все навались. Навалились все быстро. Давай. Капец, жесткач. Так, все, мне 2600 теперь надо, чтобы апнуть, да? Капец, давай, добивай. Есть, добили. Восьмую волну затащили. Есть, я не затаскивал ни разу. Так, может файзера не поставить? Нет, надо еще одного апнуть. Давай 2600 ставим. Поставлю-ка джипарей, пускай ездят просто так хотя бы. Они тоже давят там, по 25 хотя бы, но давят. Кучу будет утилизации. 400 нам погоды не сделает. Все, теперь надо вот на этого 2600 копить. А вот этот чувак усиливает. Интересно, он моих тоже усиливает или только кто его поставил усиливает? Надеюсь, он моих тоже усиливает лимитов. Так, 2600 надо! Сколько големов идет? Это йети. Раз голем, два голем, три, четыре, пять. Пять големов, мама, не горюй. Пять големов прет на нас. Это девятая волна. А сколько будет последняя, интересно? Так, апаем за 2600. Быра. Давай. Есть. Все, апнул. Сколько у нас уже? Раз, два, три. Вот этого и вот этого еще надо. Не успеем. И джипай наш. Один одинешенек катится на верную смерть. Бэч. Жесть. Это просто жесть кач. Так, сколько их было? Пять. Мы только одного завалили. Это четвертый.
Давай, давай, тай, под огнем пулемета, тай, 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 тай. Растворяйся. Это будет чудо, если мы затащим. Это будет просто чудо. Так, апаем за 2600 еще одного, да? Где, где, где? Вот этого. Давай, 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 давай. Вторую стоку есть. И вот этого теперь нету. На все, да, апнутые? Подожди, вот этот почему не апнутый у нас? 2600, вот этого тебе надо. А я надеюсь, они сквозь домики-то стреляют. Так. Сколько? 2000 осталось. Два голема. У этого 2, а у этого 4. Ну понятно, они сначала первого валят. Давайте, ребята, навались! Навались, есть, и последний остался голем. Нарезаем, нарезаем, нарезаем. Не, должны затащить. Девятую волну должны затащить. Мамочки, я ни разу еще до сюда не доходил. Что-то я уже начинаю это... Пукан подгорать начинает, что-то очково. Фу, готово. Так, быстро, быстро, быстро. АПМ за 2600. У нас еще 1100 остается. И за 1100. Ничего мы не купим. Оба-на. А что такое? Потемнело все. Сейчас супербосс пойдет какой-то. Что происходит? Кто в этой дырке спрятался? Кто в дырке? Кто в дырочке живет? И кто-то выходит. А выходит у нас... Даже джип туда заехал. Снеговики, снеговики пошли. 80, 80, 80. Пока не сильно страшно. Так, за 1800 надо еще одного поставить. Давай, давай, куда, 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 куда. Вот сюда, наверное. Так, за 650 сейчас его апаем. Давай, 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 давай. Тут нельзя терять ни секунды. Все нужно быра-быра-быра делать. Так, так, так. Вот у него уже два риоганера, но они, по-моему, третьего уровня или второго даже. Так, големы пошли. Раз голем, два голем, три голема, короче, в кучу идут. Идут три голема в кучу, бойничку не повязать. Уааа! Это кто такой? Дед Мороз страшный. Сколько, сколько? 150 тысяч? Да вы что, с ума сошли, что ли? Вот это Дед Морозик. Вот это да, я ни разу до сюда не доходил. Десятая волна, я ни разу не тащил. Мамочки. Воу-в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 оу. Че он творит? Он убивает, что ли, наших этих? По кому он стреляет-то? Он же с наших этих завалит всех. Так, за 1100 и за 2600. Давай, 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 еще одного. 2600 есть. Капец, он подарками стреляет. Вот это же скач. Вот это же скач. Сколько големов-то прет? А големы, одни големы. И эти, и големы. Пипец, просто пипец. Это что творится, а? Это что такое творится? Хорошо, хоть он медленно идет. Не, это просто... Именно слов нету. Что здесь происходит? Так, за 1800. Что, еще одного поставить? Или файзера накопим? Давайте на файзера попробуем накопим. Потому что пулеметчиков у меня уже куча этих командосов. Или 8800 пробовать. Ааа, быстро, 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 файзер, 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 200, 3200, и ставим его куда, 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 вот сюда. Все, и апаем его за 700 сейчас. Надо только файзера сейчас апать попробовать. За 700 апнули, сейчас за 2600 будем апать. Давай, жди, мой хороший. Блин, ну это вообще какой-то же скач. Это просто весть, это просто весть. Капец, какой он здоровый-то, а. Санта-бот. Это Санта-бот. Санта-робот. Блин, страшно он какой-то. Какой-то весь покоцан, еще и железный. Мама, не горюй. Подарки раскидывает. Ну, прикол. Гранатами, как подарками кидается. И стреляет с этими... конфетами из автомата. Ух, я же апнуть могу. Быстро, 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 что задумался. Быстро, 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 быстро. 2600 есть. Нет, не апнул. 2600 есть. Так, а сколько у нас тут? Блин, а у нас проходят эти. Пробегают, големы пробегают. Нет, големов нет, вот големы идут. Сколько у Санты-то осталось? У него как было, так и осталось.
У него вообще ничего не это. Сейчас уже, наверное, такая есть тактика. Надо вот этих всех продавать, кто наверху. Вот этих продавай, огнеметчиков. Нафиг они все стоят. Это большой бэтл. Последняя волна. Продавай вот этих. И наставляй вот здесь. Так, 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 так. Голем, голем, голем. Сколько осталось? 3 голема. И только потом мы после голема приступим за Санта-Клауса. О, вот эта пушка у него. Это красота. Капец, если мы затачим, это будет просто мега эпично. Санта-бот. О май гад. Все, мы всех завалили, да? Остался Санта-бот. 140 тысяч, 140. 140. Так, теперь пишут все, вставьте фазеров. За 4800 я апгрейживаю. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Так, фазеров ставим, фазеров. Так, он продал. Вон, молодец, давай, продавай, продавай, продавай. Так, я, наверное, продам эти свои машины. Да, за 200 толку-то их продавать. Так, 120 тысяч осталось у него. Давай, фазера, за 14 тысяч сейчас надо апнуть. Не, пока все эти мои достают, я не буду продавать. Как только он пройдет, надо потом будет всех продать и поставить вот здесь. Угу. Чтобы они доставали. У него осталось 116 тысяч. Ну, не знаю, может быть, шанс-то и есть. Может быть, шанс-то и есть-то у нас. Так, они принесли по 8 тысяч. Мне этот вообще 10 тысяч принес. Нормуль. Давай, Файзер, Файзер, за 14600, последнего, сейчас Файзера куплю, давай, 14600. И 3, 2, 1, готово, есть. Вот теперь нахлобучиваем. Вот теперь нахлобучиваем, Файзер 5 уровня. Ну-ка, как он жжет-то, а? 90 тысяч осталось. Мы даже половину сняли. 75 тысяч, когда останется, будет половина. Жесть, кач. Это просто жесть. А, смотрите, он стреляет этими штуками. И он, по-моему, перестает стрелять. Типа оглушает он подарками этими. 70 тысяч, только половина осталось. Нет, это будет вообще жесть. У него осталось половина. Ну, теперь меньше половины. А он уже прошел 2/3. Так, куда Файзера еще одного поставить? Вот поставим вот сюда, и тут будем апать его. Давай. И за 14 тысяч еще сейчас апнем. Не, я думаю, мы затащим. Продавай вот этих своих шестистворчиков, нафиг они у тебя там стоят. И 14600, есть. Капец, уже два Файзера у меня стоит. Еще третьего Файзера ставим. Третий. 200. Есть. На попе шерсть. Быстро. Есть еще Файзер. И апаем. Давай за 4800 сейчас апнем. Ну-ка, сколько у нас Файзер уже принес денег? 35 тысяч Файзер принес. Фига себе. Все, хана тебе. Чувачела хана. Я чувствую, что мы затащили. Это было просто эпично. Мега эпично. У меня два Файзера максимального уровня. И третьего уровня. Четвертого уровня третий Файзер стоит. Сейчас мы его еще успеем апнуть. Успеем, не успеем. 9000 осталось. Есть! Три Файзера. Все, пока, Санта-бот. Блин, это было просто мега эпично. Ребята, с вас лайкос. Вы обязаны поставить лайк. Это было очень тяжко. Фу. У меня ж ладошки вспотели. Вы не видите мои ладошки, но они реально мокрые. Я затащил этот ивент первый раз. Yes. Мы это сделали. Было тяжко, да. Yes, чуваки пишут. Нормуль. Завалили Санта-Клауса. Это было просто жесть. Но было так весело. Мне понравилось. Мне вообще понравилось. Я не верил до последнего, не верил, что мы это сделаем, но мы это сделали. А интересно, что нам сейчас дадут, за этот ивент?
сколько интересно кредитов? 150, наверное. Триумф дали 100 кредитов и Special Tower. Этого дали. Санта-Клауса. Ну, наверное, затестим мы его уже в следующей серии. Блин, прикольно вообще. Это триумф. Это просто триумф. Блин, я до сих пор не верю, что мы запустили. Было очень тяжко. Еще 6000 осталось. Ну, файзеры тащат. С файзерами, да, прикольно. С файзерами очень прикольно. Три штуки у меня их стояло. Три штуки 5 уровня. И причем самый первый принес из них 35 косарей. 35 тысячонок. Ух! Ну что, ребята, я вас поздравляю. Где они? Арказурис, Кокуа и Голд Антинони какой-то. Извиняюсь, если не так прочитал, но думаю, они не обидятся. Мне кажется, они не русскоязычные. Ну чё, где наша супер пушка, супер башня, не знаю. Хоть гляну, чё она, как выглядит. Попробовать поставить её. Надо затестить будет, но я затещу её уже в следующем видосе. Ну-ка, где она? Вот он, эльф. Эльфи. Так, убираем. Кого убираем? Убираем. Нет, давайте поставим эльфа. И поставим фермы. Ну-ка, что там у нас? Медиум урон, сплэш по земле и медиум средний ран, среднее дальнее действие и средний дамаг повреждений. Но сплэшем, то есть по лупит он не по одной цели, а по нескольким. Все, патрули ставим. Так, патрули есть, ферм нет, да? Ферм нет. Все, друзья, спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте Лукаса. Это была мега эпичная битва. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.